Здравствуйте, уважаемые зрители. Опять я чуть было не зафейлил спинчик. Опять забыл нажать на запись. Надеюсь, вы меня простите. Ну, собственно, опять же ничего не произошло такого прям сверхъестественного. Мы сходили, убили бомжей в квесте Тристана, там был, ну, как бы это сказать-то, как это будет по-русски, был там разнос. Так, сейчас мы идем. Получать 10-й левел. Левел, надеюсь, мы тут набьем на этих вот картах. Так, опять я забыл милость божества. Так. Ой. Здесь мы просто добираемся к барахлу. Я помню, тут вообще ничего интересного нету. Нам остается чуть больше 4000 опыта, 4200 до 10 левела. На 10 левеле мы возьмем этот левел разбойничка. Так, вон туда нам ходить не надо. Там могут
быть очень злые рандом энкаунтеры. Мы туда не пойдем. Давайте дочистим вот эти вот локации. И по сути после этого нам останется только крутить барабан. Еще Марио. Да, мы скидываем оружие. Все. Включаем злобную песенку. Включаем аузу. Так, давай еще вот эту фигню. Так, кто тут у нас? Великий циклоп. Так. Так, я тут еще нафейлил. Забыл я выпить эту фигню. Ой. Ну, по-моему, мы его сейчас просто убьем, да? Да. Так, что нашли? Амулет брони, кольцо защиты плюс 2. Ну, я не знаю, окей. На самом деле эти кольца бесполезны, потому что заклинание вон. Нашли мы 3 зубец плюс спринг.
Надевочку барда тоже возьмем обойти с фланга. До пролома защиты. Так, давайте посмотрим, кто там появился. Разбойник. Что за разбойник? Разбойник 6-го левела. Так-то разбойник. Разбойник прям. Так. Я эти фишечки знаю, поэтому... Я бы их, конечно, скипнул, но, к сожалению, нам очень нужна экспа. Прям капец как нужна. Прям очень-очень нужна экспа нам. Так, вот эту забыл еще включить. Ну, давайте посмотрим, сколько протянет разбойничек. Плюс 22. Плюс 16, то есть аура и вот эта фигня стакаются, да? Это не может нас не радовать. Так. Можешь его прибить? Ну, смотрите, сейчас покажу вам фокус. Че, если он еще жив? Вот это прикол, конечно. И это, конечно, прикол. Так, что тут надо-то? 2500 опыта еще надо нам до следующего левела. Ну, с них даже какая-то фигня падает.
Трош. А тут еще, по-моему, локация с феями была... Нет? Вот тут вот где-то. Не знаю. Проклятые гоблины. Все. Пойдемте домой. Сейчас будем крутить барабан. Крутить барабан будем прямо в тронном зале. Может быть, к нам... Давайте мы сходим, сделаем этот дурацкий квест для мим. С другой стороны, можно население подкачать. Короче, квест нам все равно никуда от нас не денется. Давайте подкачаем вот эту фигню. Посмотрим.
Так, отлично. Так, пойдемте сделаем эту самую операцию, барышня. А крестьянка, скорее всего, умрет. Так, все собрали. Так. Давайте приступим. Крестьянка не выжила. Так, надеюсь, он меня не убьет. Так, все, левелапчик, отлично. К сожалению, девочка не выжила, но что поделаешь. Так, что мы получаем? Мы только на третьем левеле что-то получаем, поэтому берем сразу. А эта фигня что дает? Колдун. Будем мы голубым драконом. Дракон у нас будет первого уровня, поэтому совершенно не важно, чем мы тут будем брать. Качать мы будем тут убеждения. Так, это нам все не надо. Нам нужна тут только метамагия. Здесь нам нужна только магический доспех. Все, мы теперь можем колдовать. И следующие 10 левелов мы берем этого самого. Драконьего, вы поняли.
драконьего наследника. Так, квесты Кэкана. Бокен, что ты мне принес? Колечко? Принес мне бесполезное масло. Ладно, не суть, пойдем продадим все это барахлом. Да, скажите. Пока ничего не могу ковать. Так, дипломатию мы провалили, очень жаль. Так, а кольца у него нету, да? Опять же, очень жаль. Что там? Так, что там? Мать чудовища, охота на ведьм. Так, святыня Ламаш там. Ну, пойдем сейчас святыня Ламаш там. Не делать особо нечего. Насколько я помню, если мы не пойдем в святыню Ламаш, то сейчас мы вообще туда никогда уже не попадем. Поэтому давайте туда сбегаем быстренько. Ой, опять эти рандом энкаунтеры. Господи.
О! Халявная экспа, да? Да. Кстати, можно было бы что-нибудь колдануть в нее. Так, давайте поговорим чуть попозже. Ты колдаешь там всех ускорение. Ты кинешь защиту от яда. Ты включишь страшную песенку. Кинешь на нас добрую надежду. Ой. Ну что-то как-то. Чё-то как-то так себе, да? Чё-то как-то верно особо ничего не сделала. Так, давайте поспим. Посмотрим, потому что второй раз. Второй раз мы сюда не попадем. Увлекательная увлекательное ожидание. По-моему, на седьмой день. Но я не помню, на какой точный день. Давайте во все дни будем приходить, смотреть. Оп! Насколько я знаю, эти культисты ничего не делают, мы их без обкаста убьем. Кастовать мне на себя всякую фигню лень.
давайте мы кинем добрую надежду, это самое ускорение. Кинем вот эти фигурки. Все. Включай страшную песенку, включай ауру, готовы убивать. Включай еще вот эту фигню. Обкастовываться, значит, не надо было, да? Минус девушку танк, минус куча экспы на девочку танка. Да уж, да уж, да уж. Ладно. Скорее, Баронесса, прошу вас. Подвижность. Мы добрались до 9 левела. Чё тут? Уровень точности. Давайте включим песенку нашу. Так, девочка Барт входит в самый суп. Внушительный вид. Здесь что? Обойти с фланга. Так, мы тут можем взять кучу всяких этих. Что нам нужно? Ну вот эти фигни нам уже не нужны, ну давайте хилку возьмем, я не знаю. На 4 левеле высшая невидимость и камни кожи. Высшая невидимость, это что за фигня? И свобода передвижения. Думрам.
Что тут? Еще остался там. Мы можем отдохнуть. Делать мы этого пока, конечно, не будем. Ладно, не так важно, важен левел на этой девочке танки. Так, Олика. Что там? Охота на ведьм. Сейчас я вспомню, как этот квест проходится. Так, все. Господин Рейгонгар. Um...
Можно кинуть взять вот эту фигню. Так, тут нам нужна камни кожи и высшая невидимость. Давайте поговорим с Думбой. Все, пойдем отдохнем. Вернемся в столицу. Кучу экспы потратили на танки. Все шло за жадности, все из-за лени. Вот это вот все. Могли бы обкастоваться и спокойненько, спокойно, без всяких проблем разобраться с этим энкаунтером. Но я что-то подумал, что они вафельные, мы их просто так убьем. Ой, как же горит. Ладно, ничего страшного. То есть вообще ничего страшного. Пойдемте домой. Пойдемте домой, купим свиточек. Так, мне надо еще с Пристаной поговорить по поводу этого мерзкого культа. Так, давайте подадимся к барахлу. Свиток. Возвращение к жизни. Наверное, пока не пойдем. Так, давайте тебя поменяем на нашего гномика. Можно провести этот самый ивент по тренировке гномика. Сможет нас воскрешать. Да. Кстати, там сундучок не вскрыли. Так, помним про этот дурацкий баг. Удалось избежать. Девочка ходит. Даже не под себя.
Так, девочка, у меня для тебя задание. Ты будешь у нас скрывать. Будешь у нас скрывать эту фигню. Не будет она скрывать эту фигню. Почему? Потому что она не получила левел. Так, не горим, не горим, не горим. А так бы она получила левел. Я не помню, что там внутри. По-моему, осколков 9, что ли. На весь мир. Так, номер заходи. Негр, заходи. Пойдемте в таверну. Так, Элина. Так, с кем-нибудь еще можно тут поговорить? По-моему, вот здесь сидит эта девочка. Так, сейчас, подождите, пир на весь мир. Ага. Так, не отруходи, ты приходи. Так, девочка-алхимик. 10-й левел. Тут силовой бомба. Лучше святые бомбы. Святые, потом силовые. Вот здесь нам нужна защита от смерти.
Так, заклинание. Я вышиб невидимости. Хочу закончить просто со всеми этими квестами. И в следующий раз просто закончить цветение там. Все, мы со всеми поговорили. Та-та-та-та. Так. Пёс теперь пёс. Всё, квестик пройден, отлично. Надеюсь, мы получили левел на всех остальных персонажах. Оп. Так. Нам нафиг не сдался. Так, все пропало, да? Так, девочка-танк получила левел. Качаем дальше палача. Так, внимание нам не нужно. По-моему, на скрытность больше ничего нету. Так.
возьмем боевой прием. Пролом защиты. Ну, собственно, все. Все, да. Так, ладно, ребята, заканчивать пора. Давайте, всем спасибо.